Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня я расскажу, как осветить объект почти за даром. Допустим, вам требуется сделать бюджетное рекламное фото. Но вы не знаете, с чего начать. Это проще простого, и я покажу, как это сделать. Вам понадобится цветной фон. В моем случае я купил желтый картон размером примерно А3. Но если вы найдете больше, будет лучше. Какой-то диффузор или пищевой пергамент. Ну и, в конце концов, сам продукт для съемки. Любой. Я возьму мои наушники. Вообще-то, это наушники моей сестры. И всего один источник света. Все это я сделал у себя на кухне. И вы увидите, как дешево, просто, быстро и экономно можно все сделать. Ставлю стул на стол и устанавливаю фон. Клейкой лентой закрепляю его, чтобы получить плавный изгиб. Теперь рассеем свет, чтобы избежать резких теней. Поэтому установим наш светофильтр на светильник. Ставьте 50-мм объектив и вперед. Вот так просто можно отснять ваш продукт. Для съемки объекта большего размера. Все то же самое, но возьмите больший фон и более мощный свет. Все, что я сделал, это устроил мягкое верхнее освещение, которое, как правило, отлично показывает продукт. Если вам понравилось, можете смело поделиться. Не забудьте подписаться и смотрите ссылки в моем оригинальном видео. И, как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока.